Ребята, как вам вот эти вот очки футуристичные? Берем или нет? Господи, я не понимаю, вы знаете, вот этот идиотский стиль зайти в любимый магазин и начинать здесь просто все брать как невменяемый. Хотя еще впереди миллион и одна точка. Ладно, вот эти очки, вот эта сумочка, все, сейчас я отложу, все, вернусь. Вы просто понимаете, зашли позавтракать, ну как бы уже нахуярились. Я не знаю, утро доброе, если бодро. Я не знаю, как бы что еще сказать, просто как бы иду, думаю. Сейчас как бы идем на шопинг. Я уже в говно, сейчас начнутся эти импульсивные покупки, которых я буду жалеть. Хотя ни о чем не жалею. Пизду. Товарищи, ну я зашел в Брунелло, здесь вот такой вот парфюм. Я могу вам сказать, совершенно потрясающий. Мне редко что так нравится, он такой, так необычно пахнет. Будете, короче, где-то в Брунелло зайдите, понюхайте. Супер, я себе купил, прям крайне доволен. 30 мл для сумочки. Ну, может, докуплю еще. Ребят, поглядите, какого размера сумка. Я не понимаю, как бы, куда мне с ней на работу. Мне говорят, это для работы. Куда, блядь, с таким редикюлем? Ребят, как мне нравится вот эта сумочка. Я не понимаю, берем ее или нет. Можете посмотреть? Мы сейчас подумаем, и потом за ней вернемся. Очень красиво. Пиздец. Меня все просто нахуй бросит. Никто не хочет ходить со мной по магазинам. Ну и похуй, я пойду в Прадо. Всем хорошего дня. Меня все пытаются избавиться как от кори, понимаете? Просто говорю, давайте придемся по магазинам, никто не хочет меня ждать. Я еле люблю походить, помедитировать, пиздец. Батарея красивая, сумка новая. Ой, бля, я так все захуесосил на ютубе. Мне так нравится эта модель, такой цвет шикарный на лето. Фу, на зиму. Просто восторг. Ну, мне так хочется купить вот эти вот все ботиночки, но я знаю, что я их ухуячу, пиздячу, они мне на один раз, но они такие, заразы, еще и дорогие, они же в стразах. Поэтому я возьму себе вариантик поскромнее и возьму себе вот такие вот. Приятные? Ну так, чисто на осень. Согласны? Такие задорные. Чик-чик-чик. Я вот так буду хуярить в магазин по акции. Покупать себе тунец. Мне безумно нравится. Я в феерическом восторге. На осень потрясающе. Я беру их. Просто роскошные. Очень мне нравится. Блин, ну вот эти, конечно, просто очень красивые. Ну и в этих тоже точно. Такие носы, суки. Нос, суки, знаете? Особенно представьте, с какими-нибудь такими классическими брюками, а тут такой носик, типа, ай-яй-яй, малыш, блядь. Да, мне кажется, я хочу себе вот эту сумку. Сейчас мне вернусь в кожаном варианте, посмотреть, сколько у меня кармашков, если я AirPods положу, и все, что хочешь. Ой. У меня вот в таком формате не было еще ни разу, монограмму тканевая. У меня всегда какие-то либо кожаные у них. Вот монограмму нет, но я не понимаю, нравится ли мне монограмма или не нравится. Как будто бы не понимаю, да, до сих пор. Еще все, не сдержался, я купил себе эту сумку, мне пиздец, мне она понравилась, не знаю. И нет ни одной такой сумочки с таким обилием кармашечек. Очков. Вот, все. Очень сильно захотелось, не смог ничего с собой сделать. Бывает у меня такое, что я вижу, меня прям клинит, знаете, прям все вижу и думаю, не-не-не, не вариант вообще еще, цвет такой приятный. Ой. Пизду, ребят, я надеюсь, мы не будем с вами делать unpacking. Вы уже видели все, что мы купили. Или мы будем играть вот в эти вот идиотские игры. Ладно, хорошо, давайте поиграем. Хорошо, я знаю, что кто-нибудь напишет. А я люблю смотреть unpacking'и. Гундеть и пиздеть. Короче, сумку я уже до этого открывал. Сумку вы видели. Все, закончили. Едем дальше. Кто не видел, перелистите мне чуть подальше. Так, ботинки вы уже видели. Ой, ну тут сложная хуйня. Тут сейчас будет очень... Тут сейчас будет дрочево. Ой. Ребят, короче, не, в пизду. Ладно, слушайте, ну они прям произведения искусства, они у меня прям были в виш-листе. Мне они были прям жизненно необходимы, потому что этот совершенно шикарный каблук. Это... Знаете, что на самом деле, что мне это напомнило? Мне это напомнило Скиапарелли. Чем-то отдаленно. Но это шикарно. Это просто разъеб. Я хочу уже в них ходить. Я не знаю, где я буду в них ходить, но я хочу. Можно вопрос? Нахуй мне столько подушек? Вот, просто вот зачем мне столько подушек? Вот, для чего мне они нужны? Я в них сейчас лягу. Слушайте, ну я сегодня иду в своей рубашке в шкаф. С этими плечами огромными. Одно что-то опало.
Ну, сумка просто нереально вписалась, блядь. Ну, нереально, ну, нереально. Не дать не взять, не доебать и не смазать. Ребят, ну, я думаю, ни для кого не будет секретом, что я распиздяй по жизни транжира и совершенно не умею планировать свой бюджет. Ну, так вот, я, значит, нахожусь уже сколько в Европе? Наверное, где-то порядка 2 недель, я не знаю. Тем не менее, забыл свою карточку банковскую на полке дома успешно. Думаю, ну зачем она мне? У меня есть наличка, все будет супер. Я, в принципе, себе не планировал ничего покупать такого грандиозного. Но забыл, что еду в Париж. Правильно, шли его нахуй. Дави его. Пизду. Вот, короче, что вы думаете? Понимаю, что у меня сегодня нету денег, и день начинается с заеба. Я начинаю заебывать всех своих друзей из Москвы, из Питера, говорить, ребята, дайте мне свою банковскую карту, присоедините ее к Apple Pay, чтобы мне можно было ей расплачиваться везде. Еле как нахожу, мне все уже нашли через третье колено, через третью руку. Звоню секретарю, говорю, переводите на эту карту деньги, мы едем на шопинг. Она говорит, сегодня понедельник. Деньги смогу перевести только в понедельник. Я думаю, супер. Позвонил подруге, влез в долг. Супер. Короче, я иду искать себе сиги. Еще знаете, такая мысль, господи, меня все пытаются пиздануть этой дверью. Короче, я еще думаю, позвоню Патрону, попрошу его. Потом думаю, мне будет выебывать голову, что я такой уже взрослый лоб и веду себя вообще не по-взрослому. Соответственно, подумал, нахуй оно мне надо, да? С другой стороны, почему мне нужно чувствовать себя на свой возраст? Я чувствую себя на 14. И горжусь этим. Но выгляжу уже на 50, ну и хуй с ним. Господи, какие охуительные очки. Я нашел их, прикиньте. Sold out во всех селинах. И захожу в какой-то мультибренд, а он тут. А серебряные тоже классные, да? Че, возьмем серебряные? Как мне нравится, я ебанусь. Я вообще на самом деле шел за сигами, но случайно их увидел. Это судьбоносно, судьбоносно. Может быть, в золоте? Я на самом деле взял бы в золоте, в серебре, но слишком жирно. Короче, ребят, давайте не пиздеть, модницы меня поймут. Я к ним не отношусь, но просто модницы поймут. Короче, эти очки везде в Селине sold out, полный. Нигде не найти, а я их искал. У всех они в золоте, а у меня будут в серебре. В серебре реже, чем в золоте. И эти немножко такие угловастенькие. Ну, прикольные. Ну, я их купил, короче. Ну, похуй. Где сигареты-то? Господи, сейчас, дай-дай-дай. Боже мой, такая сумка. Блядь, никак не могу дойти за сигарет. Что ж такое? Слушай, ну я их прям очень хотел. У меня купили все мои подруги в золоте с зелеными линзами. Серебряных я не видел. Я их прям очень хотел. Я их везде искал, везде заходил. Они такие, нет, 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 нет. Вот. Прикиньте, как получилось. И я причем иду, ёб твою мать. Я причем иду и вижу их совершенно случайно, прям вот так вот. И понимаю, что это судьба. В восторге, блядь. Вот что такое судьба? Слушайте, я вот думаю об этом ремне, не могу понять. Купить без логотипа или с логотипом? С другой стороны, если без логотипа, то никто не поймет, что это, да? А зачем? А зачем мне без логотипа? Зачем? Боже мой, кошмар. Такой колхоз, ничего не могу с собой сделать. Каждый раз думаю о том, что ну да, надо бы купить без логотипа, но нахуя мне это покупать без логотипа, понимаете? Зачем я тратить столько денег? Я могу пойти и купить себе на рынке с таким же успехом. Понимаете? Это сложная, сложная история. Сложная история, как... Ну, покороче. Согласен с вами, тот ремень был приятный, да, он без брендинга. Я просто смотрю на это, потом думаю, потянуло на силишку. О. Так, ладно, я иду в отдел для бедных. Мне нужно купить себе пару-тройку свитеров. Можешь пригодить пиздец, я ничего не понимаю вообще. Так голова не варит. Просто понимаете, у человека в микрофоне, у него там свой какой-то бенефис. Я просто вообще не понимаю, где реальность. Ребят, как мне нравятся все вот эти вот сапоги, их просто какой-то неимоверный восторг. Вот реально, просто потрясающе. На осень просто нереально. Просто нереально. О, мэтч, блядь. Ой, упали. Я считаю, что мне нужно вот это, такого приятного цвета, из альпаки. Классный, да? Такой голубенький. Приятный, короче, я возьму. На самом деле, мне вообще был не нужен этот свитер, но мне что-то в последнее время, в целом, такие вот небесные оттенки. А, так вот, мне не нужен был этот свитер,
Ну просто нафиг, девочка моя, всю коллекцию Ана моих свитеров превратила в кроп-топы, блядь. Понимаете? Их уже не разносить, поэтому я думаю, ну ладно, куплю еще один, надеюсь, хотя бы с ним она будет аккуратная. Конечно, нет. Настроение чисто. Синенькая юбочка. Ленточка в косе. Все немного в ахуе. Как так, Алексей? Слушайте, мне сегодня два раза сказали, что я очень красивый. Один раз на русском, а второй раз на французском. Не понимаю, сегодня какой-то день ретроградного Меркурия, когда все люди ебутся в глаза или что? Они явно мне льстят. Но приятно. Смотрите, какая красота. Так, я зашел в Dior. Я хочу купить себе вот эту вот такую вот штучку. Такой вот, да, берецок ебучий. И вот такой, у меня есть такой черный, а синенького у меня такого нету, я люблю. Возьму две, и ту, и другую. Симпатично, да, выглядят или нет? Ну, мне нравится, похуй, что носить на каждый день.